Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Сегодня хочу поделиться с вами новым аэродропом. Пришло мне на почту письмо, монетка Navia, где нам за регистрацию дают 25 монеток. Это предполагаемая стоимость 12,50. Значит, тут регистрация, это нужно просто присоединиться к телеграм-боту. И что они еще говорят, что монета это уже на бирже, на HitBTC и на CoinMarket. Сейчас перейдем на CoinMarket. Пожалуйста, вот эта вот монетка, она уже на бирже. Так, и давайте нажмем Market. Да, HitBTC торгуется в паре она с Ethereum и биткоином. Значит, после того, как перейдете по ссылочке, что я оставлю под видео, нажмете старт. Тут ничего сложного нет. Значит, после старта вам скажут присоединиться. Вот сюда нажмете к их группе. После того, как присоединитесь, сюда на стрелочку нажмете и вернетесь обратно к боту. Далее, что вам как бы тут скажу, что 15 монет за друга и 10 монет за друга друга, в общем. Далее, здесь уже пойдете нажимать вот по порядочку «Мой баланс». Вот, «Your баланс мой». 25 монеток. Далее нажмете вот сюда, на эту вкладочку, и решите. Вот вам выйдет такое письмо, как бы информационное. Так. Информационное письмо. Ага, это нет, это я нажала реферал линк. Далее вот я... Будет это уже я по реферальную вкладочку эту нажала, мне вышла партнерская ссылочка. Дальше вот этот я нажала Human Test. Нужно вписать цифры 283996. Вы уже свои впишите, что вам выпадет. Так, далее я что вписала? Ethereum кошелек, вот интервалет. Вот они просят вписать. И email адрес. Все. Больше я ничего. И, пожалуйста, вот еще реферал линк. Кому интересно, я оставлю ссылочку, естественно, под видео. Вот. Вот такой вот аэродроп. Как я уже сказала, монетка уже на бирже. И по окончанию ICO... придет на наш эфир Ethereum кошелек. На этом все. Всем удачи, до новых встреч.